Приветствую вас, дорогие зрители. У микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру Seven Days to Die на сложности Insane. В версии Альфа 15 карта у нас Невезган все еще. Куда мы с нее не деваемся. Так, а я ехал к торговцу в прошлой серии и решил все-таки тормознуть, когда увидел вот эту россыпь этих камней. Ну, сами понимаете, у меня там кризис бетона, поэтому я не мог не остановиться. Так... Так. Ну, немножко вот так подолбил и все, поехал дальше. Да, едем к торговцу. Да, именно к этому. Я еще раз подумал, стоит ли... О, еще россыпь камней там. Ладно, не буду сейчас. А то уж совсем получается... Ну, как-то оттягивать все время... Какие-то события, которые я напланирую, уже надоело. Мимо своей старой базы. Так заброшенная и стоит. О, тут вообще камней навалом. Так, я вижу оленя. Так. Просто подумал, что уже, наверное, пора запасаться мясом, так как у меня что-то там не так уж его и много в последнее время было. Лопат сюда. Давайте, наверное, тоже пока сюда выкину. Немного камней. Так. Да, кстати, не так уж много я накопал этих камней, потому что... Недолго, конечно, там торчал. Ну ладно. Посмотрим, что здесь есть. Stranger. Ага. I've got the best deals in Navisgain. Silk price. На 33, ну ладно. А хотя я подумаю, наверное, даже, друг. Подумаю. Давайте-то вот это продадим. Так, а она, кстати. There's always Shamway up the road. You can try looting. У нас. Ладно. Продам вот этот жир. 1000, да? Ну, неплохо. Продам это. Посмотрим, сколько он упаковок у меня купит. Все он покупает, я не знаю. А, во. Хм. А, действительно, вот ересь-то. Слушайте, ну ересь ересью прям. Да? То есть все из-за стека зависит. Снайпер райфл 14000, у меня 4200. Ух ты, Iron Leg Armor синенький. Книжки неплохая тоже вещь. Снайпер райфл. Кстати, между прочим, ну мне, конечно, не по карману такие вещи. Снайпер райфл. О, пейнкиллеры ему продать. Ставить себе мод. У меня там еще в запасе есть. Сколько он? За сколько он купит? 800. Ладно. Половину, конечно, можно продать. 475. Да толку? Не знаю, этих денег. Тряпье вот это купи, друг. Не хочешь?
Мед купи. Не, мед-то я тебе не продам сам. О! Сок юки. 13 стоит, да? Болты. Дерево купи. О, ничего себе, дерево за 200. Камни. За 18. Балдею с него. Что ж, так. Жалко, конечно, что... Невыгодно вообще торговать. Разоришься. Steel Upgrade, Reinforced. Что вот это такое? 96 стоит. Reinforced Steel Upgrade. Интересно, это видно просто заглушка такая, так я понимаю, стоит вот эта вот баночка-то. Twisting так. Гвозди 9 миллиметров. Арбалет. Ну это все фигня, для меня это не надо. А, друзья, ну поехали, сейчас выкопаем клад, так к следующему поедем, что нам действительно. Мне надо было деньги еще захватить. Иди ты, идиот. Так, мне поесть нечего. Похоже, не поехал, не поевши. Ладно, может что-нибудь перепадет у зомбарей. Какую-нибудь консерву. Ну куда ты полетела, тебя спросить? Мимо этой. Мимо свиньи пролетела. До свидания. Угу. Я только мясо выложу. Мне, пожалуйста, двойной гамбургер. И картошку фри! Фу. Ничего. Че, смотрите, обломали с заказом, а? Я понадеялся ведь. 8% у меня остается здоровье. Так, а мы сейчас вон заедем в эту еще. Так, это у нас остров. Ай, зараза. Ничего себе. Фу. У меня даже какая-то анимация была, я только первый раз увидел. Так, что у нас там? А, так я могу не волноваться, кстати, насчет этого. Я потому что сейчас заеду вон на свою старую базу, которая совсем старая. Еще за амбарь. И там вон перекусим что-нибудь. Домик там есть. Наверняка там какое-нибудь мясо есть или консерва какая-нибудь. Быстренько. О, тут вообще поле гигантское с этими. С валунами. О, вот где. Все это добывать-то надо. Так. Кстати, я там что-то неправильно поставил этот. А, колёс-то вон сколько у меня здесь. А, лестницу надо было подрубить там снизу, чтобы не залазили. Магнум. Так, ладно, я сюда все выкину. Дребедень. Так, а вот тут вида должна быть. Еда должна быть, только что-то ее особо тут нет. Ладно, съедим это. Гидрация сильная, больно наступает. Собачья еда, обалдеть.
О, мясо. Мясо это хорошо. Так. Восемьдесят два аптечки стоят. Ну, попить-то я и сам могу. Так, охлаждающий эффект у меня даже до сих пор есть. Что ж, понятно все. О, сидит друг. Это я заскреплю. Фигня в том, что вот, конечно, проезжать мимо вот этого вот счастья для меня, ну прям совсем, но никак. Хотя бы вот здесь сейчас все вот зачищу. Все, тут по 6 ударов надо на каждый камень. Конечно, их много, но сейчас быстренько. Мне просто потом вообще не смогу из этих без бетона. Там такое количество его надо на эту. Ну тут вон пионеры пришли. Сейчас мы их. Пионер и пионерка. Так. Да, тут, конечно, их полно этих камней, но я, конечно, не буду все собирать. Безумие было бы. Совсем бы скучно было смотреть на это дело. Даже 2000 не набил. Так. 1600. Не, ну тут тоже я все брать не буду, конечно. Камни, зараза, два раза надо. Один к двум. К песку и этому. Цемент, бетон, ну да, цементу. Хорошо, хорошо хоть воду не просят. Ведь там вода нужна для бетона-то. Сколько воды-то надо, бетон мешалку-то лить. Убегались бы вообще. Кстати, если полностью хардкорный такой делать мод, которым... Все это продумывать. Набери воды там. Ну хотя бы ладно, там грязной воды. Не кипяченую уж там, да. Так, ладно, все, хватит. Едем за кладом. Все-таки. Так, клад у нас. Вот тут где-то прям, рядом. Главное, чтобы не под этой. Да, ну хоть не под этой.
Так, как там у нас делается-то? Мы максимально приближаем. По-моему, да? Или отдаляем? Да, максимально приближаем. Где-то вот тут. Судя по всему. Так. Не, я не там стою-то. Под моим байком где-то. Сейчас сюда пару капков. Его. Жаль, под деревом прям. Дерево, кстати, упадет. Все подкопать. Корней у этого дерева нет. Древесину давайте. Да. Да уж. Похоже, тут сейчас все скрою. Наверное, я что-то неправильно делаю. А, еще вот тут где-то, значит, да, похоже. Еще ближе, я далеко стою. Да чтоб вас всех, этих кладокопателей, закапывателей, кладозакапывателей. Подождите, ну может действительно глубже просто? Жаль вот тут, в этом пятачке, который я обошел так аккуратненько. Да уж, что-то странно. Так, ладно, я не буду тогда это дерево-то валить так просто. Нарублю его хоть на мелкую капусту. Слушайте, ну прям вот как будто ведь я... К сожалению, у меня мышь такая тупая, что чего хотите сходить вот здесь? Короче, мне все придется, похоже, скапывать здесь.
Я что-то не пойму, мне глубже что ли надо копать? Похоже, вот тут вот где-то должно быть. Не, ну серьезно. Ненавижу клады не на склонах. О, действительно, да. О! Так. Что взяли? Так, это вы себе заберите. Возьмем. Это тоже себе заберите. Это тоже возьмем. Вот это. Все. Так. Где мой байк? И теперь, значит, я смогу... Наверное, доехать до следующего моего торговца. А можно, кстати, еще из... Не, ну у меня тут сейчас... Еще у меня в байке. Так, выложим камни, наверное, да. В байк. Выложим... То, что точно, что не понадобится. Так, это я выкину. Фиг с ним. Да, можно выпить. Но оно тоже не надо. Ладно, металл вот этот тоже выкину. Кто тут шипел? А, идет, идет. Да. Да я найду это мачете, я уже просто устал с этой палкой. Она, конечно, неплохая совершенно, но хотелось бы уже посолиднее что-нибудь. Так, сейчас тут будет респ. Так, кстати, а что у меня здесь осталось? Что они не вылазят? Ладно, это я выкину. Никого нет, что-то. Где там эта дорога-то? А, вот она. Она прям к этому торговцу. Нет, не она. Торгов. Ну ладно, надо через центр тогда ехать, да, наверное. Кстати, можно и по ней проехать, почему нет? От этого, от клуба. Поедем. Не. Такое я не упущу. Единственный источник для меня перьев. Хорошо, что вот этого хотя бы ресается. А то еще бы, я говорю, не слазь бы. Вообще бы замечательно было бы. Так. Ну, здесь свернем, да, на эту дорогу. И потом все время проедем до центральной. На сторону города. Там уже через город, наверное. Потому что тут пока разведать еще надо, да, вот этот вот мост. Хотя я тут был, по-моему. Но тут вот до конца не ездил. Сейчас посмотрим. А может и ездил. Нет, там есть какой-то пятачок, на котором я не был все-таки. Да. Хотя дорога до торговца вот это вот идет. Ладно, проедем через город.
Так, это что, у нас завод или что? А, какой-то завод. Да, это надо бы, конечно, обследовать. Ой, сколько тут всего надо? Дорога пропадает. Частично. Да, помню, как я тут калиперс нашел, по-моему. Ничего ценного. Да, вот тут надо поселиться в этом доме. Посмотрим, если никто не нападет. Поселиться в этом доме нужно для того, чтобы спокойно лутать эту зону, этот город. Ой, елки-палки, тут можно. Да, тут проблема в том, что надо вырубать вот эти лестницы, конечно. Сразу готовить оборону здесь. В районе, там, после второго этажа. Так. Да, вот эту всю лестницу, все эти надо выносить. Бумажка. Кирка, конечно, для ломания этого камня нужна помощнее, да. Так, а что у нас здесь? А, тут все это 1000. Ничего себе. Ой, глина. Вот это здорово, кстати. Что здесь глина выпадает? Так. Хотя, что тут от этой глины-то? Ну да, вот здесь вот, например, должен быть... Должно быть все замуровано. Yeah.
Да, здесь тоже, конечно, все это ломать надо, но, наверное, не сейчас. Ах ты дрянь. Все, надо отсюда уходить. Так, ладно, это я наметил примерно, куда теперь надо будет в следующий раз отправиться. Но пока мы, наверное, поедем к этому все-таки торговцу. Получил там я, конечно, неудачно выступил и получил. Не всегда бывает хорошо. Заправиться надо. Хоть чуть-чуть залить. Уже такое количество у меня бензина, что страшновато становится. Хотя бы немножко бензинчика. Так, все, можно ехать. В районе 50 это уже ничего. Где же этот дом-то? А, вот он. Так, что ж, пластик. Так, ну здесь сейчас неплохо так отмочил их, конечно, но все, бензин есть. Заедем все-таки к торговцу, а то я к нему, наверное, тогда никак не могу попасть, что уж даже стыдно становится. Уже опять 5:30, кстати. Что за тормоза? Этот торговец, по-моему, сам нормальный. Они же там говорили, что торговцы будут отличаться. Как они к вам будут относиться? At least wipe that shit off your boots before you come into my shop. Ну да. Ты вытер ноги перед тем, как зайти в мой магазин.
Да, я уже заметил, что он хорошо ко мне относится. А, он только 4 купил. Ну ладно. Ладно, сюда тогда мне пойдет. Глину купишь? Глину не купишь, да? Ну ладно. Так, а эти части? Механические части. О, эти. О, купи, да, точно. Отлично. Купил. Слушайте, эти. Он покупает... вот, радиаторы всякие. Пружинки, да? Даже тряпье может купить. Так, масло и себя с электрической части. 88. Металл купишь? 115. Нет. Это он не покупает. Ладно. Сколько там? 6200, да? Ну, давайте посмотрим, что у него там в секретном находится. Аугерблейд. Ну, нормально, да. Аугерблейд. Только мне осталось, извините, достать... Аугерпад. Хотя Аугерблейд тоже можно купить для улучшения. Может быть, у другого торговца просто есть этот. Аугерпад. Бедро. Да уж. Крайне раритетная, похоже, вещь этот Аугерпад. Так я без этого и сижу. Так, Tool Die Set. Ну, это я уже потерял. Это барахло. Однажды так. Ну, я, наверное, куплю все-таки Аугерблейд. Хотя понять не имею, когда у меня оно появится. Ладно, запасное сверло не помешает. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Все, закончил свои дела, убирайся из моего магазина. Что за ересь? Так. Сейчас хотел посмотреть карту. Куда нам дальше-то ехать? Кстати, недалеко здесь есть этот. Клад, правильно? Давайте проверим, что там в этом кладике. Успеем? 6 часов. Да, на следующем повороте. В следующем повороте налево. Поворот. Это что ли? Не, не доехал. Так. Где-то дорогу вообще, тут дорогу потерял эту. А, это разрушенный. Так, разрушенный город. Где этот клад? Еще один завод. Так. Опа. Он может быть... Вот он. Так, мне надо освободить место. А, место у меня в принципе есть, да, немножко?
Так, отлично. Все, нашел клад. Просто деньги, да? Просто куча денег. Ну что ж, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Это была игра Seven Days to Die. Серия, к сожалению, подошла к концу очередная. Давайте тогда увидимся уже в следующей. С вами был Григорий. До новых встреч. Пока.